сзади кто едет. Вань, смотри. Сейчас увидишь. Мы выехали из Фароса в Ялту. Ваня, помаши рукой, какая у тебя идет. Смотри, мы сейчас в туннель въезжаем. Алуш 170. Ялта 30. Как-то непонятно. Должен кто-то повиснуть был. Лупка, наверное. Гурзов. Гурзов? Да. Что-то мы этих догнали. Или как-то, нет. Мотоциклистов. Ванюшка. Да. Или мисс Форд. Фиг запомнишь, что где, чего, как. Я наживалась, выкинь ты. Там бабайка живет, Вань. Где? Вон там. Не надо. В облаках бабаёт. Дед бабай. Что цветет? Что за цветы? Не знаешь, что? Ну как съездила в Форос? Хорошо. Крокодилириум. Один крокодильчик, 32 крокодильчика, 126 крокодильчиков. Ну, в общем, тут вот Тучкин-Пипеткин и скользкий автомобиль. А здесь бутылка с одним горлышком. Какая-то хрень цветет, мы не знаем. Лавандулус кремчикос фаросский. Интересно, одной рукой я смогу вырулить этот опасный поворот? Дом музея семьи Юлиана Селена. Тормозит. Не тормозится. Все-таки тут звоняло. Ваня шапунул. Или тут оливой запахло. Мы ехали в оливу. Олива или слива. Ну, в общем, мы поняли, да? Дорога нормальная. Это вам не... на водопад Джур-Джур ехать. Незабываемый. Халатка. Халатка, халатка. На трассе не продают ни абрикоса, ни персика. Тапок остался от человека. Видел? Нет. 50, 60, 70. Вот, какая-то вот, не знаем что, путинская баня тут, наверное. Еще гаишная машина там. Что это, кто это тут? Бабайки живут какие-то, вот это, наверное, строили тут.
все силы на охрану святых мощей, власти держащих, блин. Маршрут перестроен. А, мы сейчас можем зайти в... А, что это перестроено? Ну, что, поехали? Леш, мы не засвернули, что ли? Да ладно. Нет, мы по этой дороге. Он не туда нас видит. Мы по правой дороге. Навигатор сумасшедший. Посмотри, какие там... Французский дворец мы. С этой кум можем заехать. Покажи зигзаги. Да он с ума сходит. Другой дороги-то нету. Ну почему? Видишь, в горы пошло. В море. Нету второй дороги, если... Все, сейчас он увидит. О, видишь? Маршрут перестроен. Какой хороший перестроитель. В дворец можем этот. Забыл какой. Здесь Мария Resort and Spa есть. Вот это да. Вот нарушил, пересек сплошную. Кастрополь. Не как грузовик дрова везет. Может быть. Поехал, видел. Возьму букет и надарю цветов. Покинь манды, бомбар, бекер, буду. Хочу сказать, не вижу я так количество рейсовых автобусов, прям, знаешь, там. Так, по времени хоть нам? Ну так, межгород, ну, наверное. Кто-то строит дом, деревянный каркас, удивительно. Часовня. Ну да. Резиденция Крымский приз. Вот тут все какие дисциплинированные. Сбросили скорость. Тут море показывает такую. Сейчас поедем опять. Вот что он везет? Дрова? Да? Ну да. Причем тут машина дрова? Ну все.